Хиллер? Команде не хватает хиллера? Оу, да, детка, время пришло. Расчехляем беспроводную колонку с AliExpress. Так, что тут, всего два трека? Вот этот желтенький неплох. Увижу врага и MP-даб, сученьки! Второй тречок. Ой, да кому нужно ускорение? Тем более халявное. Я хоть и из Бразилии, но у меня прадед был евреем. Ну как прадед? Кот отца деда. Вот и ульта уже накопилась. Применю, когда будет жарко. Вот пошел размен ультами. Ой, минус наш солдат. Ой, еще и макак погиб. Ну, я не должен повторить их судьбы. Let's break it down! Видимо, примерно такой внутренний диалог возникает у каждого лусио пикера в моей команде. Меня, блять, аж трясет, когда эти жабы квакают. У меня Gold Hill. Но, блять, Gold Hill не твоя задача. Зеленый трек. Зеленый, сука, трек. Он нужен не только, чтобы прибежать с респы. Как ты думаешь, почему именно ускорение нерфили в первую очередь? Это грозное, мать его, оружие против ультов и для молниеносных атак. Пока ты, долбоеб, сдаешь MP-даб в хилку во время ульты вражеского Гензи и врум-врум по стеночке, я честно хочу тыкать тебе в глаз использованной зубочисткой, пока он не вытечет. Скорость! Нам нужна скорость, Лебовски! Твоя бабка или Дзен сделают свою работу и не умрут, если ты вовремя сдашь скорость. Да, пидор, ты несчастный, все ситуативно, но именно ты и должен следить за этой ситуацией, когда лучше дать скорость, а когда хил. Дракон в моем очке пробуждается каждый раз, когда Луси использует свою ульту после пары смертей тиммейтов. Ты, блять, еще на статую заберись и оттуда прожми кушку. Неожиданно, да, что ульта использовалась только по приземлению, а несколько тиммейтов уже умерло. Ты, это ты виноват, ни солдат, ни дива, ни ханзу, ты выпердыш ДПС стенки, ты слил файт, а за ним и игру. И медаль свою за хил забери, позорище. Ну и всем спасибо, блядь, за просмотр. Подписывайтесь там, ставьте лайки, если вас заебали подобные индивиды. Ну и до встречи в новых видео.